Я нахожусь на вокзале в Вильнюсе. Заселилась вот в этот отель сразу на углу, чтобы далеко не ходить, потому что, когда приехала, автобусов в Беларуси уже не было на сегодня, на вечер. Завтра утром поеду. Вот такие дела. Отель прикольный. Сейчас покажу вам отель. Номер в отеле. Под крышей, да? Окно. Может быть, хороший рассвет. И такая мебель. Внутри есть холодильничек. Надо. Чайник. Ну, это 3 звезды. Стены, кирпичики покрашенные в белый. Ванна. Включим. Ванна. Хочу сказать, что в Италии таких ванн нет. Не существует. Их никогда не видела. Чтобы были такие полукругом. И такие большие всегда. Или прямоугольные, или квадратные. Раковина, зеркало. Чистенько, аккуратненько. Для 3 звезд. Достаточно неплохо. Да, это план отеля, да, по коридору. Вокруг. Вверху над чайником полочка. С тарелкой, вилки, ложки. Чаек, кофеек, стаканчики, чашки. Для 3-звездочного отеля неплохо. И да, телевизор. И здесь даже что-то писать, читать. По телевизору есть 3 российских канала. Те, на которых нет политики. Интересный отель, конечно. Сразу рядом с вокзалом находится супермаркет. Ики называется. Вот. Очень удобно, интересное и очень хорошее, что здесь все говорят по-русски. Водители автобусов, в кассах, везде. Все отвечают. Очень прекрасно.